А, погнали, 60 секунд. Давай, давай, let's go, let's go. Хороший трансферочек через спайн. И... Ай, да, похоже, он вообще хорош. Не дурен собой, вообще абсолютно. Ну, посмотрите, сразу же. Ой, фастплентика, барспин, он, да, тоже прям вот трюк за трюком. Достаточно оригинально использует и не только парк, но и колоссальное количество элементов, доступных на экстремальном самокате. Ой, еще и пробежки, еще паркур, какие-то действия у нас в деле. Так, 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 с ножками пробежался прям по стенке по отвесной. Ай, вот ноуфут такой с пробежечкой на тейл-вип через фанбокс пытался сделать. Ну, прям интересно, на самом деле, наблюдать, друзья. Так, вай, ноуфути, кстати, в трансфер тоже отличный. 15 секунд осталось, но после ноуфута в трансфер это уже смотрится не так, скажу тебе. Ноуфут квотрик тоже отлично. 5 финальных секунд, ноуфут это хип-вип, хип-вип. И все, давай, братишка, ладно, отдыхай. Запоминающаяся попытка, очень оригинальная. Тут как бы поспорить просто невозможно. Алексей Пинчук, давай, дружище, забирайся.